Яндекс News. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаю работу в прямом эфире. Обычно в пятницу в это время подводим итоги недели. Несмотря на период отпусков, неделя в политическом смысле была весьма жаркой. В частности, правящие политики в Совете по развитию, так он называется, уж какое там развитие, это, наверное, вопрос другой, но, тем не менее, началось обсуждение вопросов, связанных с налоговой политикой, и поэтому я думаю, что сегодняшний наш гость, эксперт, экономист Евгения Зайцева, как раз будет кстати. Добрый день. Добрый вечер. Да, ну вот, по-моему, из года в год ведутся эти дискуссии, что первые яйца или курица, что правильнее и разумнее сделать, повысить необлагаемый минимум, минимальную заработную плату. Здесь параллельно идут другие вопросы, связанные с тем, что фактически не на что уже финансировать ремонты дорог, и уже предлагается акциз на дизельное топливо поднять. Да, В очередной раз. Я так понимаю, не за горами и новая система кадастровой стоимости недвижимости. Наверное, это, если успеем, может быть, эту тему тоже затронем. Ну и параллельно все с большими ложками уже тоже стоят у обеденного стола, хотят получить больше, вот большую часть бюджетного пирога. Медицина требует дополнительного здравоохранения 200 миллионов. Господин Гиргенс, глава МВД, кричит, что критическое состояние в правоохранительных органах нужно минимум 88 миллионов. Ну, господин Пабрик говорит о том, что 2% на оборону мало, надо еще больше. Ну, так дальше список можно продолжать. Что вообще происходит, вот, на ваш взгляд? Ну, на исходе, то, что мы видим после избрания 13-го сейма и то, что мы видим после создания правительства, то все абсолютно закономерно. Мы видим результат почти 30-летнего самостоятельного экономического и политического развития Латвии, где главное было обеспечить себе любимым хороший доход. То есть, по сути дела, мы создали огромный госаппарат, который в 10 с лишним раз больше того госаппарата, который был у Карла Ульманиса, включая самоуправление, да, то есть при отсутствии мобильной связи, компьютеров и так далее, когда главным инструментом по сбору информации была бумага, карандаш или ручка, и передача информации была в лучшем случае использована, можно было по телефону что-то передать или по телеграфу. Да, тогда численность госаппарата, включая самоуправление, была в 10 раз меньше, чем мы имеем сегодня. Ну, на сегодня есть компьютеры, интернет, мобильная связь и все прочее. Передача информации происходит мгновенно, автоматически все накапливается и так далее, но видно, наша правящая элита настолько несостоятельна, что она не может обеспечить сбор информации для принятия грамотных управленческих решений. Я тут вот недавно закончила расчет, мне было очень интересно, сколько же Латвия за 18-19 лет получила от Евросоюза денег. Я посчитала, заодно и посмотрела, сколько стоит нам содержание госаппарата. Знаешь, сколько стоит содержание госаппарата? И сколько? 44 цента из каждого евро собранных налогов. Ну, это же, как говорят по-латышски, подаутс. Это же очень сильно. Это вообще абсурд. Откуда деньги? То есть в государственном бюджете основном есть статья «Налоговые доходы». Я взяла сумму налогового дохода государственного бюджета и взяла расходные части. Есть такая позиция «Карта СИЗДОМ», текущие расходы, которые состоят из вознаграждения, включая социальные платежи и дополнительные натуральные выплаты работникам госаппарата, включая армию, полицию, да, но не включая врачей и учителей. И вторая статья – это услуги и товары, которые покупает соответствующее бюджетное учреждение. Так вот, эта сумма составляет в среднем 44 цента с лишним за последние 19 лет. То есть на все остальное, на медицину, на закупку вооружений для обороны, для ремонта дорог, для учителей, зарплаты и так далее, остается евро – это 100 центов, минус 44, остается 56. Ну, это же просто нереально профинансировать. Это даже не нужно быть, извините, профессором экономики. Это же просто нереально.
все оставшиеся нужды профинансировать. Абсолютно точно. Если из них 28 центов, это уходит на атлетзибы, да, то есть социальные платежи. Если брать социальные платежи, да, то 21 цент, да, то есть это очень много. Ни одна экономическая структура для успешного жизни себе это позволить не может. То есть частная контора бы давно обанкротилась, да, при частном бизнесе? Только наше государство есть банкрот, по сути дела, потому что мы за почти 30 лет, по-моему, только один год был какой-то странный, когда у нас государственный бюджет закрылся с маленьким профицитом. По-моему, это был при господине Щелле один раз ему, да, такое удалось, да, если мне, да, память, да, не изменяет. Да, да, то есть мы фактически все время живем в кредит. За этот год мы, вот, даже не, да, не полный, за 6 месяцев, за полгода у нас государственный внешний долг вырос так скромненько на 1 миллиард с копейками. Потому что мы выпустили очередные облигации сроком погашения до 49 года. Да, сколько мы кэшем получили денег, тоже неизвестно. Да, мы выпустили вот на 1 170 000, по-моему, миллионов, да, там погасили 250 сколько-то миллионов, ну, наступившие сроки погашения. В итоге мы получили прирост, и у нас теперь 9 400 000 внешний государственный долг. Да, то есть, по сути дела, при таких расходах на содержание госаппарата, армию, полицию, но армия, полиция, они необходимые как бы вещи, да, но в любом случае при таких подходах мы имеем то, что называется банкротство государства. Поэтому у господина Каринча есть только один вариант. Правда, очень опасно. Первый раз это попытался сказать господин Шкела, который умудрился, да, вроде бы один год свести с профицитом. Второй раз это сделала госпожа Лаймта Страуема. Угу. Шкела продержался после этого не полный месяц на посту премьер-министра. Лаймта Страуема ее через полтора, да, месяца как бы уволили, но еще на 3 или 4 месяца работала, потому что не было замены. Поэтому физической. Уволили свои же, фактически. Да, да, не было замены. Да. О чем идет речь? Речь идет о том, что 44 цента из каждого евро собранного налога тратить на госаппарат – это безумие. Поэтому, если Латвия хочет выжить, то нам нужно начать сокращать реально госаппарат. Этого не делал никто. Не на 0,1%, как вот здесь руководитель госканцелярии что-то рассказывал, что мы же прямо одну маленькую контору сократили, там и каких-то там 5 человек сократили, но это же все несерьезно. Это несерьезно, и, допустим, та же история успеха господина Домроз, который пытался якобы сократить, он просто закрыл пустые места. Угу. Да, и профанация аудита функций, которую он проводил, якобы была чистая профанация, потому что никто серьезно не собирался заниматься. Никто не верит, что один раз наступит момент, и нужно будет полностью обрезать госаппарат. Евгений, ну согласитесь, что это очень тесный подход, когда вот затеяли эту реформу, как они сказали, госуправление, рассчитанную на 3 года, и сказали, мы предложили министерству самим решить, сколько людей они хотят сократить. И министерство почему-то сказали, а нам все нужны, мы никого не хотим сокращать. Ну, если, допустим, Сатексмас-министрии взять, у них там почти дублирование функций на 3 уровня. То есть того, что они направляют. Рассказ нового министра сообщения, который ничего, кроме повышения налогов, не знает, да, рассказ о том, что для того, чтобы ремонтировать дороги, нужны еще собрать деньги с автомобилистов, но это вообще просто уже, даже не знаю, как назвать, понимаешь, нормальных нормативных слов нету, да, потому что у нас есть в законе об автодорогах понятие и определение, как формируется автоцель, ауторемонт, аутоцелью ремонту фонд, да, фонд по ремонту автодорог. Ну, дорожный фонд, как его раньше называли. Да, да, его действие отменил господин Домбровскис. Да, то есть сделав поправки в законодательство для того, чтобы его не выполнять. Да. Там четко прописано, что на ремонт дорог идет 80% акцизного налога с этого, с дегвелос, то есть с топлива, идет сбор. Раньше была пошлина, ежегодная пошлина на содержание транспортного средства, сегодня это налог. Плюс у нас есть еще налог на легковые машины предприятий. То есть это достаточно большие деньги. И если бы на ремонт дорог был бы сформирован этот фонд согласно действующему законодательству, да, то есть ничего не нужно изобретать. Все говорят, надо принять закон. Ребята, закон есть, его надо просто начать применять. То там деньги были бы. Там речь фактически идет о примерно 900 миллионах, да, которые нужно было бы вот направить на эти вещи. Но этого никто не делает.
А до кризиса, до господина Домбровского, до его истории успеха, у нас примерно 300 миллионов шло из еврофондов, 300 миллионов шло из государственного основного бюджета. Таким образом, дороги ремонтировались. Наступил кризис, денег из собственных средств государства, то есть из налогов, их не стало. Их не стало почему? Потому что нужно было сохранить госаппарат. И остались деньги только еврофондов. Еврофонды заканчиваются, еврофонды мы очень безумно плохо использовали, да, и махинации мы делаем с еврофондами очень серьезные и так далее. То есть, по сути дела, господину Каринчу можно дать только один маленький совет. Не надо заморачиваться, не надо влезать в математические расчеты, которые были положены в основу, эконометрические-математические расчеты, которые были положены в основу налоговой реформы. Вы просто физически не успеете выполнить перерасчет, да, потому что сегодняшняя вот эта налоговая реформа, она была запланирована, и эконометрические, математические, экономические расчеты были выполнены на 3 года вперед, то есть 18-й, 19-й, 20-й. Бюджет на 20-й год у вас уже, господин Каринч, должен быть, по сути дела, на мази, то есть он должен быть уже готов, потому что в сентябре вы должны его представить Еврокомиссию на утверждение. Да, иначе вы не вкладываетесь в план. Поэтому обсуждать изменения в налоговой реформе или налоговую реформу сегодня на 2020 год вы уже опоздали. У вас есть один вариант. Все-таки выработать концепцию, что в Латвии достаточно 8 министерств. Численность аппарата министерств не должна превышать 50 человек, а не 250, как сегодня. Да? Дальше нужно разобраться с агентурами, которые находятся под министерствами, ввести нормативы, вести ответственность, и тогда у вас появятся деньги и на образование, и на медицину, и на оборону, и так далее. Других вариантов просто нет. Мы доходим до предела сегодня, вот то, что происходит. Да, и насколько я понимаю, все равно вся надежда на то, что, я так понимаю, Брюссель не даст нам умереть с голоду, и какие-то еврофонды будут, пускай в меньшем объеме, но будут, но это же не выход из положения, вот эти вот как бы подачки, ну хорошо, латание дыр, но это же не выход из положения. Нет, ну, во-первых, в Евросоюзе, в Еврокомиссии, у них своя головная боль, начинается с 2021 года, начинается новый бюджетно-плановый период. Да, при этом прошло 15 лет, как так называемые новые члены Евросоюза получали помощь от Евросоюза на свое экономическое развитие, на достижение среднего уровня развития по Евросоюзу. Поэтому на следующий бюджетный плановый период Еврокомиссия должна будет пересмотреть нормативы выдачи денег, то есть, то бишь их уменьшить. Просто потому что, боже уже, ребята, 15 лет растете, эффективно осваиваете деньги, развиваетесь, поэтому больше в таком же формате выдавать деньги не будем. Это первое. Второе. У Еврокомиссии, у Евросоюза уже с 2012 года фактически существует серьезная финансовая проблема, нехватка денег, но бюджет Евросоюза не может быть, как бюджет Латвии, закрыт с дефицитом, он должен быть закрыт хотя бы по нулям, то Еврокомиссия ищет источники сокращения расходов. Ну и плюс последний удар – это Brexit, который приведет к большой финансовой дыре в составе бюджета Евросоюза. Все это надо чем-то компенсировать, поэтому рассчитывать Латвии на большие деньги не приходится. Плюс мы очень плохо, вот я рассматривала, что же мы получили от Брюсселя за все эти годы. Первый подготовительный период был с 2000 года по 2003 включительно. Мы очень плохие ученики. Мы не освоили 100 миллионов. И в последующие... Даже подаренных фактически, да? Да, и в последующие 2 года нам пришлось их вернуть в бюджет, в Евросоюз. То есть это те вещи, которые показывают, что мы очень плохо работаем. Именно поэтому у Латвии самые плохие условия... По всему, и по субсидиям, и по субсидиям, и так далее. Почему? Потому что мы деньги просто не освоили. Они видят, что мы не в состоянии, нет смысла нам помогать, да, если мы сами себе не можем помочь. Евгений Зайцев на студии, я вижу, что и звонки, и перейдемся ненадолго, новости, реклама, не переключайтесь. Микс Ньюс. Добрый день, еще раз Евгений Зайцев на студии. Вот из того, что вы сказали, создается такое ощущение, что на самом деле никаких реальных реформ не было, была только имитация, потому что мы вот сейчас опять на этой неделе все заговорили, ай-яй-яй, в Даугавпилсской больнице там отменили какие-то плановые операции, поскольку нет анестезиологов, реаниматологов, а теперь нет и
резидентов, ну, то есть это выпускников вузов медицинских, которые должны еще пройти вот эту профессиональную практику 4 года. В общем, никого нет. Спрашивается, как же так? Два вуза у нас выпускают на бюджетные места, в том числе врачей, и никого нет вообще. Я сегодня утром слушала, по-моему, это была Домская площадь, да, там рассказывали, первая латвийская программа, да, там рассказывали вот об этой проблеме резидентуры. Что меня удивило, там прозвучала информация от людей, которые как бы за это отвечают, планируют, что, ну, понимаете, вот 6 лет обучения, 6 лет резидентуры, простите, это 3, уже подняли до 3, да, есть какие-то программы 4, ну, 6, это вообще нонсенс, то есть такой резидентуры в Латвии нету. Но это отвечал человек, который за это отвечает. Дальше он рассказали о том, что резидент получает больше, чем врач, что якобы стипендия 900 евро. Ну, тоже не очень, очень правда. Интересно. Не очень правда и так далее. Но самое главное, что якобы план резидентуры по потребностям дефицита врачей существует, но вот студенты медицинского, закончившие врачи, которые еще не врачи, которые должны стать врачами после резидентуры, они не хотят идти на эти специальности. То есть они не хотят идти анестезиологами, хирургами, еще чем-то. Ну, не хотят, да. Не хотят, да. Хотя я знаю, допустим, у меня в клиентах есть врачи, что им предлагали, ничего не предлагали, кроме семейных врачей, а резидентуру. А мест семейных врачей для них нет. То есть у нас везде бардак. Слов других нету. Бардак на бардаке, непрофессионализм на непрофессионализме. Вот я тебе показывала перед началом передачи новшество в виде правил Кабинета министров в какой-то программе Dominium Madbus Passacum процедура. 12 страниц, понять, о чем идет речь, вообще непонятно. Кто зачем, почему какую-то еще очередную систему учета и отбора претендентов с коммерческих обществ создает, зачем, почему, непонятно. То есть, куда бы мы ни ткнулись, рассказывали, вот тут тоже представитель сельского министерства земледелия рассказывал несколько недель назад о том, когда вот в прошлом году, помнишь, была засуха, да? Да. Шведское правительство выдало своим крестьянам деньги, они скупали у наших крестьян оставшееся сено и так далее. А мы в это время, как он сказал, еще дискутировали, давать, не давать крестьянам деньги. Вот это прямой показатель то, как работает наш госаппарат. По сути дела, я говорю, их нужно всех разогнать. Их нужно разогнать, потому что они не отвечают, не имеют никакого профессионализма. Если мы возьмем Министерство земледелия, то основная масса работников, которые работают в Министерстве земледелия, скорее всего, будут с образованием, знаешь, каким? Юридическим. Логично. Который не имеет никакого отношения к земледелию. Если спросить у Министерства земледелия, сколько у нас крестьян, крестьянских хозяев, сколько земель засеяно, сколько не засеяно и так далее, ответа мы на это, скорее всего, не получим. То есть у нас министерство не отвечает за свою отрасль. Так что беда именно в непрофессионализме. Хорошо, вот еще один, наверное, такой вопрос. Но при этом мы на это тратим, как мы сказали, 44 с лишним цента из каждого евро собранного налога. Ну, правда, нам рассказывают сказки, манипулируя цифрами, что у нас очень много идет на социальное обеспечение с государственного бюджета. Хотя на самом деле это социального бюджета идет. Да, это специальный социальный, в который правительство не может влезть. Хорошо, ну вот тоже интересно, когда нам те же власти говорят, что вы понимаете, у нас вообще самая лучшая в мире пенсионная система, и, в общем, все делается правильно, в глобальном смысле у нас все очень верно, но когда мы видим, что и те, кто сейчас уходит на пенсию, ну, уже по новой системе после 96-го года, мы видим, что ту пенсию, которую они получают, но она все равно, ну, фактически мизерная. Нет, вот это, опять-таки, очень опасный миф, который, как бы, с одной стороны, государство продолжает поддерживать, иначе трудно объяснить народу, почему мы так плохо живем. Да, у нас нормальная пенсионная система. В 96-м году была начата реформа, которая закончится чуть ли не через 50 лет. Да. Да, она нормальная, стандартная. Просто, с одной стороны, у нас есть старая психология, да, непонимание людей, что государственная пенсия на Западе, вот в мировых масштабах, во всех концепциях, государственная пенсия по старости относительно маленькая, и основную часть доходов на пенсии человек получает из дополнительных накоплений. Угу. То есть вот это та проблема, психология. Второе.
В этой системе у нас есть два недостатка. Эти два недостатка связаны с тем, что у нас нету ответственности богатых людей. Нам об этом постоянно долдонят. Международный валютный фонд, и Еврокомиссия, и ОСД, так далее. Да, и так далее. Да, все нам об этом говорят. Господа, должна быть солидарная ответственность. Что она означает в отношении пенсии? У нас минимум пенсии есть, а потолка пенсии нет. Вот если бы установить потолок пенсии, допустим, 5 минимальных зарплат, зафиксировались, больше человек получить не может. Но он обязан со всех своих доходов платить социальные платежи. И тогда эти социальные платежи, которые идут в пенсионный фонд, они обеспечивают поддержку и индексацию мало тем, кто не смог заработать много. Потолок. И дальше второй ограничитель к этому потолку. Допустим, 5 минимальных зарплат – это максимум пенсии. А дальше мы смотрим, кто где работал. Если человек свое основное время жизни отработал в бюджетной сфере, то его максимум не может составлять больше 80 или 75% от потолка тех, кто работал в частном секторе и создавал деньги. Потому что те, кто работают в бюджетной сфере, они социальные платежи не создают. Это государство из одного кармана перекладывает и в другое. Я уж не говорю о том, что у нас в бюджетном секторе, в государственном секторе административном оплата всегда была на процентов 10-20 выше, чем в частном секторе. Именно. Что, в принципе, тоже нонсенс. Да, да, тоже нонсенс, это противоречит мировой экономике, мировым правилам. Значит, таким образом, если мы вводим такой ограничитель с ограничением для бюджетников, да, то мы начинаем экономить, у нас появляются неиспользованные социальные платежи богатеньких. А вот сторонники, второе, да. У нас есть налог на солидарность, цель которого была выровнять. Угу. Да, то есть те, кто богаты, они доплачивают. Этот налог тоже был обещан в социальный бюджет. Его ломают, пытаются отменить, но боятся до конца отменить, но выкручивают руки и используют, опять-таки, не в социальный бюджет, а часть отправляют в государственный основной бюджет на содержание госаппарата. То есть вот эти две вещи, которые могли бы нам дать определенный задаток, увеличить, усилить стабильность социального бюджета, который работает с накопительным профицитом. Хорошо. Вот это понятно. Но вот с одной стороны, да, с другой стороны, мы видим, что государство постоянно находит себе новые источники траты денег. Ну, может быть, такие источники, которые большинству, интересам большинства населения не отвечают. Ну, вот, как я уже сказал, министр обороны говорит о том, что 2% ВВП – это мало, надо на оборону тратить больше. Ну, тогда мне кажется, что честная политика заключалась бы в том, что тот же бы министр обороны или президент, который это всецело поддерживает, вышли бы к народу и сказали: ребята, там, не знаю, я сейчас буду утрировать, агрессор там у дверей или у порога, мы должны тратить больше на оборону, но это значит, что у нас будет еще меньше ассигнований, не знаю, так сказать, на социальную поддержку, на здравоохранение, там, не знаю, на обеспечение внутренней безопасности, полиции и так далее, и так далее. Ну, тогда скажите, потому что, так сказать, ведь это же все что-то стоит, да, вот эти закупки всех вооружений, это значит, мы от кого-то и от чего-то отнимаем. Я так понял, что от чиновников мы не отнимаем. Нет, конечно, но здесь опять-таки у нас отсутствует концепция, понятие, что такое оборона страны. Это раз. Во-вторых, у нас отсутствует прозрачность расходов Министерства обороны. Мы не понимаем, куда тратятся деньги. Сарафанное радио приносит информацию, что там просто жируют и закупают черное что. Помнишь, у нас там был министр обороны из животноводов? Да. Он лошадей хотел закупать. Хотел сделать конницу, видимо, Буденного. Да, да, да. То есть речь идет о том, что очень большое подозрение, что деньги в Министерстве обороны разбазариваются, да, потому что они не идут на оборону страны. В моем понятии оборона страны – это в первую очередь разработка системы гражданской обороны. Не то, что каждому человечку обещают обеспечить в случае чрезвычайного положения упаковку, по-моему, туалетной бумаги или что-то там такое обещали. Да? То есть это смешно. Оборона страны означает, в первую очередь, нам нужно подумать о своей энергобезопасности. Мы сейчас переключаемся на Европу, где это нам будет стоить, не знаю, миллиард или сколько там будет стоить. Мы теряем вероятность наличия получения электричества, потому что в Европе трафик потребления электричества совпадает с нашим по времени. Да. Второе. Мы свои запасы топлива храним за пределами Латвии.
Если наступает час X, мы этого топлива физически не получим. У нас станет вся, весь транспорт. Дальше. У нас есть проблема наводнений. У нас есть проблема обучения безопасности, поведению населения, в первую очередь молодежи. Да? Вот это все. У нас проблема с физическим здоровьем молодежи. Это все проблемы обороны государства. И именно из этого, вот тогда я готова, если мы на это будем тратить деньги, я готова говорить о повышении расходов на оборону. Но не так, как сегодня. Главная статья расходов Министерства обороны, знаешь, какая? Содержание недвижимости, принадлежащее Министерству обороны. Угу. Так что давайте сначала, господа, все-таки откроем карты. И будем честны, господин Каринч, хотите жить, хотите остаться премьером, извольте заняться расходами. Потому что у вас из бюджета примерно 1,5 миллиарда утекает не на нужды, которые нужны государству. Из них откаты 20%. Вот это у нас работа КНАБа. Ну, этим как бы КНАБ у нас начинает дела, но до окончания не доводит. Потому что все делается по команде ФАС, а потом все спускается на тормозах, потому что доказательств нет. Опять-таки тот же непрофессионализм во всех сферах. Что в полиции, да, вот эта паранойя сегодня с отмывкой денег, да, у нас никто никак не может объяснить, что наши эксперты, которые представляют правительству информацию, имеют в виду под теневой экономикой. Классическая теневая экономика, наркотики, оружие, торговля людьми. По-моему, на нашей территории это не процветает. Поэтому я бы хотела знать, что они под этим имеют, называя, что там 25-30% у нас теневой оборот. Окситесь, ребят, вы, может, не считаете на неправильное количество населения? У нас нету 1,9 миллиона, как объясняет Пилсон миграции из департамента, 1,8 миллиона, как говорит ССУ. Хорошо, если 1,5 миллиона осталось. Если так пересчитать, то нету этих 25%. Как раз вот и получается эти проценты. Ну, я так понимаю, что еще вот сейчас мы наблюдаем какую картину. На этой неделе пришла такая новость, ну, в принципе, наверное, закономерная, о том, что экономический рост составил во втором квартале 2,1% от ВВП. Это самый низкий экономический рост вот в посткризисное время. После 2012. Это фактически цены. Да. Вот разные тут же начали эксперты говорить разные всякие версии, почему это произошло. Ну, банковские эксперты тут же говорят о том, ну, вы знаете, ситуация на мировых рынках очень тяжелая, это нас повлияло. Но, может быть, все-таки повлияло вывод денег нерезидентов 10 с чем-то миллиардов евро или нет? Ну, естественно, это повлияло, это еще в прошлом году повлияло. А речь-то очень простая. У нас же главное развитие идет за счет чего? За счет увеличения зарплаты в госаппарате. И за счет закапывания денег в землю под названием строительство, то бишь жилищное строительство. У меня тут вчера был клиент, и мы так скромненько посчитали, почему банк не может дать кредит покупателю, который хотел бы купить квартиру его сестры. Ну, так скромная стоимость квартиры четырехкомнатная 80 тысяч. Ну, я посчитала, если кредит дается на 20 лет, этот человечек на бумаге, знаешь, сколько должен получать? 1400-1500 евро. Чтобы иметь возможность так купить квартиру и каждый месяц платить 300 евро банку за эту квартиру в течение 20 лет. Много у нас таких работников в частном секторе? Да, вопрос риторический. Нет, в госсекторе у нас таких людей хватает. Да, это правда. Да. Это начальник департаментов и так далее. И выше, да. Да. Уже не говоря о замгоссекретарей, да, и да, так далее. Да, 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 вот и все. Зачем строят дома? Банки кредитуют эти строительства, да. Это закапывание денег в землю. Или отмывка денег. Вот здесь я соглашусь, скорее всего, грязные деньги используются на это. Потому что когда мы видим, что строительство жилья не прекращается, да, нового или наверное. То все проекты стоят пустые. Да, вот я к этому сейчас веду, что возникает вопрос, спрашивается, для кого? Тем более, что сейчас известно, что программа ВНЖ практически умерла. Да? Видимо, когда-то, когда строились первые дома вот, после кризиса, все думали, сейчас россияне стройными рядами повалят и будут покупать. Но сейчас, когда мы видим только в одной Юрмале больше 1000 новых пустующих квартир.
да, возникает вопрос, для кого? Абик, зачем говорить про Юрмалу? Пройдись по Тихому центру. Да? Вот один дом, который был закончен в 2009 году, в нем до сих пор есть только внизу из 6 или 8 торговых площадей занято 3. В 2009 году дом построен. 10 лет. Да. Рядышком второй построен. Третий, вот сейчас также наполненный, да, да? Около Сконта вот закончили один дом, заканчивают второй, третий, да, вот около меня там на полках. А для кого? Понимаешь, они собираются их продавать дорого. Ну, вот на полк Вежебрёв сейчас заканчивают отделывать дом, да, уже. Но когда я услышала, что они на пол стелят ламинат... Вопросов больше не стало. Эта квартира не может стоить дорого с ламинатом. Ну, будет стоить дорого. Ребята, ламинат – это для дешевого жилья. Это химически вредная вещь, которая за 3-5 лет изнашивается, нужно ее менять. Это не паркет. Уже же вот много случаев, когда народ рассказывает, что вынуждены уехать из нового жилья в старые хрущевки, потому что у детей аллергия. Естественно, потому что для отделки, для строительства используются плохие вещи. И вообще, я не понимаю, как можно жить в бетонном коробе. А вот эти все новые дома построены, это сплошное бетонирование. От земли до потолка. Это у тебя железная клетка, залитая бетоном. Как в этом можно жить, я не понимаю. Это же нездорово. История много примеров. Но нашу экономическую историю сейчас не изучают, да и историю плохо изучают. И вообще все плохо изучают. Нет, ну просто есть рассказы, известно, допустим, вот небезызвестный Павел Петрович, муж Екатерины, сын Екатерины II, да, он построил Михайловский замок, чтобы спастись. Его строили там 2 года, а потом там жить нельзя было. Для того, чтобы можно было въехать, поселили рабочих, которые строили дом, чтобы они своими телами этот каменный мешок прогрели. Я об этом говорю. Поэтому кто за 1000 евро квадрат будет покупать эти железобетонные коробки, непонятно. Ну что, спрос-то есть на какое? Дешевое жилье и на дорогое. А вот на этот ширпотреб, который построили и выдают за дорогое жилье, ну, на этого спроса нет. Да, вот, к сожалению, на такой печальной ноте завершаем наш эфир, но я так понимаю, что основной вывод, который можно сделать, что без каких-то реальных реформ, без сокращения госаппарата, мы дальше двигаться не можем. Не реформ, а просто... физическое сокращение госаппарата, понимание, что эти люди не нужны, административная реформа нужна, но не в том виде, в котором она есть, да, потому что нужна реформа комплексная, перестройка всей системы государственного управления страны. Вплоть от сельской местности вертикаль должна быть выстроена до сейма. До президента, включая прямые выборы президента. Вот эта перестройка нам нужна, вот такая. Но на это вряд ли в Латвии найдутся люди, которые готовы это делать, к сожалению. Евгения Зайцева у нас была в студии. Большое спасибо.